Начиная с новогодних каникул и до сегодняшнего дня, группа быстрого реагирования из сотрудников социальных служб города-курорта Анапы не оставляли без внимания ребят и их родителей. Специалисты за это время посетили 150 семей. Результат – в 11 квартирах устранены нарушения, которые могли бы привести к пожарам. И приятные дополнения – игрушки, сладкие подарки, продуктовые наборы и вещи первой необходимости. А там картинки. Вот это кто? Вот это кто? Вот это кто? Это киллигарь. А это кто? Комичка. Молодец. Во время посещения специалисты консультировали родителей по вопросам оформления социальных выплат. После такого общения уже 9 родителей обратились в Центр занятости населения. Все получили содействие в поиске работы, четверым из них определен статус безработного. Многие родители получили консультации по порядку улучшения жилищных условий, возможности оздоровления детей.